2010 году было заключено соглашение с донорами по предоставлению нашему району 7,5 миллионов евро для реализации проекта в 4 населенных пунктах по водоснабжению и канализации в Чедерлунге. Из этой суммы район получил 5 миллионов евро в виде гранта и 2,5 миллиона в виде кредита. 26 августа была сдана система водоснабжения в селе Казаклия, а 6 ноября завершение своего проекта отметили бежгиосцы. Ну, привозная вода была. И стирали, так экономили, стирали, кушать варили. Спасибо всем, кто был у истоков этого проекта, спасибо и те, кто большое, работали, кто сегодня нам ключи подносит. Ну, некоторые семьи, конечно, имели воду, но не каждодневную. А вот сейчас с возможностью иметь ее каждый день, это возможность стариков в том числе, которые живут сами и которым тяжело, наверное, носить эту воду с колодца в том числе. А сейчас вода в доме – это, наверное, большой праздник. Внедряя проект, подрядчику пришлось перерыть дороги, разрушить цветники и клумбы. Но жители говорят, что долгожданная вода того стоит. Дороги? Там половина дороги до Чедерлунги там сделана. Я надеюсь, что это тоже будет сделано, вторая половина. Хорошему у нас. Если вода появится в каждом доме, каждую минуту открываешь кран, это, считайте, очень хорошо. Вода есть, слава Богу, чтобы Господь не прекратил. Примар села не скрывал своей радости, он поблагодарил всех участников проекта и отметил, что не было бы этого проекта, если бы не было бы рядом с ним жителей села Бежгиос. Практически сегодня 100% отремонтированы, проделаны, проложены водопроводные сети в каждый частный дом. Свыше 90% подключены абоненты к сети. Представитель Европейского банка Билл Пейн отметил настойчивость местных властей, что привело к общему успеху. Я должен признаться, что мы много спорили с мэром. Мэр сделал действительно грандиозную работу, чтобы подтвердить, что он получил максимально возможное достижение из этого проекта. С приходом воды в село местная власть должна уже сегодня думать о канализации, очистных сооружениях и готовить проекты на будущее. Село будет иметь воду как минимум на 50 лет гарантированно. А сейчас надо дальше. Надо строить канализацию, надо построить дороги, и город должен прийти сюда, в село. Каждое село Гагаузии должен прийти город. В Молдове реализуется несколько таких проектов, но доноры заметили, что в Гагаузии они идут более ускоренными темпами. Хотя в речи председателя Народного собрания все же прозвучала досада. Все во всех цивилизованных странах про воду уже не говорят, именно о централизованной воде. Но мы, наверное, все вместе с вами виноваты в этом вопросе. В ближайшее время завершат проект и другие два села Чедерлунского района Тамай и Баурчи.